По стране миллионы озверевших, недовольных людей. И именно сейчас России нужна революция. Иначе власть снова затеет очередную войну с Европой и спишет на нее все беды. Европа, в которой живут сытые, спокойные народы, не может вести за собой. Следовательно, она всегда будет ведомой. Россия – отсталая держава. Да, отсталая. Закостенелая, спивающаяся, сгорающая в собственной злобе, но это сила. Браво! Меня давно так не веселили. Вашу наивность может перевесить только ваша глупость. Прощайте, дитя в косоворотке. Всего хорошего, товарищ Плеханов. Вы явно засиделись в этом кафе.